В Якутии количество мест продажи алкогольных продуктов за год сократилось более чем на 23%. Вместе с тем отмечается повышение объемов продажи пива. Таковы официальные данные Управления госалкогольконтроля. Сообщается, что зафиксировано общее снижение уровня алкоголизации населения. За 5 последних лет снижение составило 43%. За год сотрудниками госалкогольконтроля совместно с МВД проведен 31 рейд. По итогам на 6 юридических и 12 должностных лиц наложены административные штрафы на сумму 330 тысяч рублей. По результатам проверок изъято свыше 300 литров алкоголя. По итогам проведенного социологического исследования, которое было проведено в конце ноября информационным агентством при главе Республики Саха-Якутия, 66% населения всего республики поддерживают эту антиалкогольную политику. 17% они затрудняются с ответом, 17% не поддерживают. Есть большие продвижения, то есть если 2 года назад это, конечно, было на 20% меньше. То есть процент людей, которые поддерживают антиалкогольную политику в общем в республике, увеличивается с каждым годом.